Надежду Соломатину по праву считают основоположником школы художественной гимнастики в Одинцовском районе. За время работы тренером она подготовила свыше 1000 спортсменов массовых разрядов, более 30 мастеров спорта. В 1976 году благодаря ей в нашем районе впервые прошел чемпионат Московской области по художественной гимнастике. Работе она отдавала все свои силы и время. С учениками общалась больше, чем с сыном. Они как родственники, как мои дети, как мои дочери. Как, если они со мной на протяжении 10 лет и больше общаются со мной, нежели чем со своими родными, то, естественно, они становятся моими уже родными до конца дней моих. Надежда Соломатина ушла из жизни, когда ей было 60. В память о любимом тренере ее воспитанница Ольга Мезенцева решила организовать турнир по художественной гимнастике. В нем приняли участие 16 команд из разных городов Московской области, а также из Москвы и Саранска. Пока из таких далеких городов мы никого не приглашали, мы рассчитываем все это сделать в следующем году, потому что мы считаем, что этот турнир нужно сделать традиционным. Организаторам соревнований, ваши тренеры города Одинцова, хочу сказать огромное спасибо. То, что они помнят своих первых тренеров, это настолько трогательно, настолько правильно. Вот, наверное, все-таки воспитание в спорте – это правильное воспитание детей, которые чтят, помнят и всегда, мне кажется, будут чтить и помнить своих первых учителей. Ученики Одинцовской детской юношеской спортивной школы тоже приняли участие в соревнованиях. Несмотря на свой юный возраст, они уже понимают и ценят то, что делают для них тренеры. Тренер тебе всю душу отдает, силы свои тратит. Победители турнира, среди которых много одинцовцев, получили медали, грамоты и кубки. Соревнования прошли на высоком уровне, и вполне возможно, что в скором времени их внесут в официальный календарь областных спортивных событий. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».